Одевай. Теперь снизу жмара вешай ролик. А где ролик? Буду как-то прифандить. Снизу жмара. Где карабинчик у тебя был? Снизу жмара? Да. Ой, а тебе, наверное, будет удобнее, если ты сверху прикрутишь. А как сверху? Тут? Да, только в другое кольцо. Да, и с другой стороны. Да, вот с этой. Да, только мне веревка мешает. Во. Не, с другой стороны, чтобы ролик вот здесь висел. Ну иди. Вот здесь, чтобы он висел. Отсюда вот так цепляй. Так? Да я не могу, пап! Только сначала надо ролик повесить. Да. А прежде чем ролик повесить, нужно... В него веревку продеть. Давай заведем механизм. Чик. Вставляй веревку. Так? Да, закрывай. Ага. И как дальше? Ой, так, а дальше? А дальше? Только не эту веревку, Макс. А какую? В ролик надо вот эту вставлять веревку. Ну, давайте. Нет, снимай полностью карабин. Одеваем карабин сюда. И теперь вот этот карабин вставляй вот сюда, в жмар. Так. Ну смотри, получился у тебя полиспаст? Да, только у меня мешает. Угу. Вот у тебя вот так вот оно было. Так если... А, вот что. Двигай жмар вверх. Ты его дерни вверх и заблокируй. Заблокировал? Да. Давай, тяни полиспаст. Оп. Макс, ты уже все наверху. Давай, жумарь двигай. Жумарь, жумарь. Представь, что ты спелеолог, и ты вылезаешь из глубоченной пещеры. Ее постепенно затапливают, и тебе надо быстро подняться. Давай, жумарь, жумарь, вода уже близко. Ты что, вода что-то не полезна? Ну, полезно, но в ней можно захлебнуться. Жумар выше, блокируй. Давай, жумар наверх. Опа, опа. Ну-ка покажи ноги, что они висят у тебя. Макс зажмарился. Че, все, выше не можешь? Ну, могу, но я уже не хочу. Да? Ну, отдохни минутку. А потом разбирай полиспаст. И спускайся. Так, сначала что там надо? Да, заблокируй риг. Ручку вниз опускай. Угу. Еще. Сильнее. Вот так вот. На, передавить веревку. Ага. Теперь вытаскивай карабин. Карабин.
Нет, я не смогу. Сможешь, сможешь, давай. Нет. Помочь тебе? Вот эту веревку так вот отпусти. Вот здесь вот эту возьми веревку, вот эту вытащи. Тащи, чтобы вот это вышло. Ага. Все, видишь? Теперь ты сможешь карабин достать. Опа! Так, теперь снимай ролик, вытаскивай. Карабин пока убери. Что такое? Не идет? Вот так надо. Оп. Зубья, видишь, вцепились. Да ты не рви, да. Миша, ну зачем? Все. Миша спать ложится. Теперь жмак, да, снимать? Да. Да, Миша, ну ничего не видно. Давай, разблокируй, веревку перекинь. Куда? Ну, через верх. А что ты меня не разблокируешь? Так вверх тяни, тяни. Ну. Сильнее. Так за самый кончик возьмись. Вот здесь. Да что ты делаешь, Миша, не трогай. Не надо, не надо. Ты видишь, Максиму неудобно сейчас. И ты еще свет выключаешь. И, кстати, сейчас я ничего не выгоню. Молодец.